Ну что, друзья, я снова вас приветствую на нашем канале «Стройгарант Анапа». В среду вы увидели ролик про дом 86 квадратных метров, и я вам покажу дом 106 квадратных метров, практически напротив, Звездный 24А. Пойдем. Здесь преддомовая территория чуть больше. Соответственно, это у нас центральная вода, здесь у нас септик индивидуальный, 8 кубов, выложенный дренажным камнем, хватит на дом. Наша стабильная классика. Дом выполнен в декоративной штукатурке, газоблок плотностью 500, 240 мм ширина, 50-я каменная вата, отличное качество. Пойдем зайдем в дом. Закрыто. Открываем. Итак, данный дом, как я сказал ранее, 106 квадратных метров. Соответственно, здесь 4 спальни. Одна спальня на первом этаже, кухня-гостиная, 3 спальни на втором этаже, 2 санузла и коридор. Начинаем, соответственно, с первого этажа. Давайте зайдем в спальню. Обои поклеены, ламинат 34-й, натяжные потолки здесь везде. Соответственно, у нас идет разводочка под электричество. Здесь будет висеть радиатор, двухкамерные стеклопакеты, 3 стекла. Тихо, и еще плюс ко всему, в доме тепло, а летом не пропускает жару в дом. Хорошая техника. Пройдемте в санузел. В санузле уже все выложено плиткой, все в принципе есть. Также натяжной потолок, осветительные приборы, вытяжка, разводка, значит, под сантехнику. Как я и ранее говорил, это у нас вывод под осветительный прибор. Здесь у вас будет висеть зеркало. Осталось поставить здесь только дверь. Пойдемте в кухню-гостиную пойдем. Включатели, выключатели есть. Мы в кухне-гостиной. Просторная кухня-гостиная. Это кухонная зона. Сюда мы вывешиваем протеп. Это электрокотел. Соответственно, здесь у нас разводка уже под теплые полы. 3 зоны теплого пола мы вам гарантируем. Это кухонная зона, санузел и коридор. Выход на террасу, панорамные окна. Благодаря панорамным окнам в дом попадает очень много солнечного света. Терраса вымощена плиткой, забор рябита с правой стороны есть, с левой стороны еще будем устанавливать. Достаточное место участка для каких-то посиделок, отдыха. Детки здесь ваши будут бегать, соответственно, и вы отдыхать. Пойдемте на второй этаж. А, кстати, за окном-то почти середина октября. Светло, тепло. На второй этаж у нас ведет лестница из бука. На каждой ступеньке у нас по балясине. На лестничном марше достаточно светло, благодаря тому, что здесь установлено окно. Пойдем сразу в санузел. Большой санузел. Все уже в плиточке, оттенки, вы сами видите какие. Натяжной потолок, окно, вся разводка под сантехнику, розетки, классика жанра. Пришел уже. И 3 спальни. Спальня номер 1. Стены также из газоблока, натяжной потолок, высота здесь скоса, ну смотрите сами, у меня 1,85 м, я думаю, что здесь примерно 1,70 м, никакого дискомфорта нет. Здесь мы будем устанавливать радиаторы и вентиляция в каждой комнате. Пойдем во вторую спальню. Во второй спальне, гляньте, как много света, действительно, у нас получается в начале, в первой половине дня освещается очень хорошо солнцем эта часть дома, вторая половина дня, соответственно, вторая часть дома. Все поклеено обоями, 34-й ламинат. Пойдемте в третью спальню. В ней также нас встречает солнышко наше южное. Опять-таки пастельные тона, персиковые здесь оттенки, физелиновые обои, натяжные потолки. Здорово. Ну, просто обособленный второй этаж. То есть санузел есть, 3 спальни есть для гостей, да для вас, для детей. Места достаточно. Пойдем. А сейчас я вам расскажу о планировке и квадратуре данного дома. Смотрите. Итак, дом 106 квадратных метров имеет на первом этаже кухня-гостиная 27 квадратных метров, спальня 10 квадратных метров, коридор 4 квадратных метра, прихожая почти 3 квадратных метра и санузел 4 квадратных метров плюс терраса 24 квадратных метра. На втором этаже 3 спальни 10 квадратных метров, 15 квадратных метров, 12, санузел 7, коридор и зона лестничного марша почти 9 квадратных метров. Итак, друзья, я вам показал дом 106 квадратных метров, который расположен в поселке Звездный, Звездный 24. Это адрес дома, а точнее Звездная 24А. В этом доме осталось поставить только межкомнатные двери. Я сейчас закрываю его на этот ключ, отношу его в отдел продаж, и этот дом ждет именно тебя.
Если ты первый раз на нашем канале, не забывай подписаться на него, поставить жирный палец вверх, оставляй свои комментарии, цену данного дома ты увидишь в описании. До новых встреч, с вами был Алексей, компания «Стройгарант Анапа». Поехали!